Три минуты о загородной жизни. Сергей, я так хотела за город, а почему мы здесь-то сегодня? А не все к этому масленица. Если ты думаешь, что всегда нужно за городом только отдыхать и улыбаться, то сначала нужно поработать. Для начала нужно выбрать какой-нибудь посадочный материал. Мы сегодня специально приехали в этот магазин, чтобы покопаться, посмотреть, что мы будем высаживать весной в грунт, какие растения. Ну вот как раз мы находимся у витрин. Здесь глаза разбегаются. Вот ты как девочка, скажи мне, пожалуйста, что бы ты здесь купила? Мне нравятся цветы. Посмотрите, какие красивые. А цветы называются гортензии. Но мы сейчас к ним вернемся. Что еще? Так. Я клюква, брусника тоже. Клюква, брусника. Будем изучать? Будем изучать. Ну вот смотри, я выбрал себе голубику. Голубика высокорослая, она пришла к нам из Америки. Любопытное растение, великолепно вкусные ягоды, высокая, растет метра полтора. Любит кислые почвы. И самое интересное, что если ее посадить неправильно, никаких ягод вы не увидите. Она не будет расти. Она в лучшем случае поживет, а потом погибнет. А все из-за чего? Из-за того, что у голубики такая мочковатая корневая система, очень тоненькие корни, и они не имеют всасывающих волосков. Голубика не питается за счет корней, она питается за счет такого грибка, который называется микориза, который окутывает вот эти вот волоски, и за счет этого этот грибок в корни растений, в само растение приносит минералы, питательные вещества и так далее, и так далее. Если неправильно не сделать правильную почву для вот этого растения. И вот, кстати говоря, это у нас кто? Что? Клюква. Это у нас клюква. Вот. То же самое. Кислая почва. Расскажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы почва была кислой? Поэтому мы в почву вносим торф. Так. В большом количестве. Если для голубики, то это должен быть приствольный круг метр на метр примерно, чтобы было питание постоянное, вот именно почва была полностью кислая. Также есть удобрения специальные с подкислением, либо элементарно просто лимонная кислота при поливе добавляется. Вот, правильно. А еще опилки хвойных пород дерева, еще хвойный опад из-под сосен, да. Еще кора. И все это перемешивается, и вот только после этого наша голубика будет великолепно расти. Года три подряд смотрю за флоксами. Как только появляется оранжевый флокс, его тут же разбирают. Да. Оранжевый цвет очень стал модным. Так же, как и оранжевые розы сегодня очень модные. Ну и последнее. Не надо гоняться за красивыми картинками на упаковках семян. Нужно четко и взвешенно подойти к этому, посидеть, подумать, что вы хотите видеть в своем саду. И тогда сад вас отблагодарит. Три минуты о загородной жизни.